Что? Почему я опять в тюрьме? Я же ничего такого не делала. Лера, по секрету я влюбилась в мальчика, и ты мне должна помочь, чтобы он пригласил меня на свидание. Что? Нет, я тебе не буду помогать. Ты влюбилась, ты приглашай. Я сама не могу, я стесняюсь, но ты мне должна помочь, и только тогда я тебя отпущу с тюрьмы. Пожалуйста, сделай так, чтобы он пригласил меня на свидание. Мяу, кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того будет самое крутое лето. Считаю, 3, 2, 1, мур, люблю тебя. Каким образом я должна это вам устроить? Я даже не знаю, если ты ему нравишься. Сегодня мне нужно устроить просто какое-то очень романтическое свидание. Но мне кажется, у меня есть идея. Я сейчас хочу просто одеться ей. Это будет просто офигенная идея. К Лере всегда приходят какие-то очень странные, но... Какие-то странные, но может быть даже рабочие идеи. Я стану ей и... Чуть-чуть. И посмотрим, если она ему нравится. Сегодня играю с подписчиками, которые мне будут помогать делать эти планы. Ну, такие вот планы у нас такие сегодня. На сегодня у нас планы пойти и замлямурить. Итак, ладно, проходим обе. И нужно как-то сделать, прикинуться, что я вся такая, о, красивая. Я не знаю, как я это собираюсь делать. Пока еще не придумала. Но надо его увидеть. Ладно, все. Надо... О, он там. Так, надо прикрыться. Мне так холодно, когда уже работа закончится. Ой, привет. А ты не знаешь, когда работа закончится? Мне так тут холодно. Хочешь, я тебе дам свою шубку кролика. А что ты делаешь после рабочего дня? О, было быстро. Он, оказывается, она ему нравится. Окей, окей, мы это увидели. Итак, я, конечно, пойду. Да, я пойду. Все, я согласна. Итак, все. Мы теперь точно знаем то, что она ему нравится. Поэтому теперь у меня есть еще план, как поделать лямуры-шалямуры. Потому что Лера просто... Не знаю, каким образом, но она будет мной довольна, потому что я хочу, чтобы меня выпустили отсюда наконец-то. Какой раз я уже сбегаю из этой тюрьмы? Где-то, я не знаю, 500-й. Но я никак не сбегу. Так, все. Девочка, я тебя сейчас обустрою, и все будет окей, уки-пуки. Я уже знала, ты ему нравишься, все, я его позвала. У вас сегодня свидание, радуйся. Будет тебе жених. Что? Я просила тебе мне помочь, а ты сделаешь, что он тебя позовет на свидание. И что, так мы же одна и та же копия, ты же это я же. Нет, ты красивее меня выглядишь, снимай мой скин быстро и одевай свой. Мы серьезно одинаковые. Ты сейчас издеваешься. У нас все симметрично одинаково. У нас ничего не отличается. Почему девочки всегда думают, что они... То, что какая-то красивее них. Когда она, ты, это то же самое, что я. А, да? Так ты все-таки просто хочешь, чтобы он меня позвал? Ну ладно. Наконец-то до тебя, блин, дошло. Да, мы же одинаковые. У нас все одинаковое. Ой, господи. Она еще думала, у тебя больше волос на одну такую волосинку, поэтому ты красивее. Ты еще серьезно? У нас все одинаковое. Ничего у нас не разное. Мы просто с лица до ног одинаковы, ладно? Ну все, теперь мне нужно только согласиться. И все. И у тебя будет лучшее свидание в мире. Почему потолок выглядит, как будто это пол? Интересненько. Ладно, мы этим вопросом займемся потом. А пока пойдем в туалет. Пойдем в туалет копать подкоп. Поехали, я же обожаю это делать. Реактивный ранец? Нет, спасибо. О, ABC, класс. О, там туалеты убрали? Я говорю, туалеты убрали. Убрали? Нет, ладно, не убрали. Точно не убрали. А ну-ка сейчас проверим. Лера пришла проверять. Не убрать. А почему я так копаю странно? Ладно, я сделаю вид, что только что этого не видела. Да, вы этого не видели. Не поняли, из-за чего я тут ржу сижу. Так, почему лава не может быть красная? Почему она синяя, фиолетовая, розовая, зеленая? Какая она следующая будет? Белая? Синяя?
Я вот серьезно, уже скоро будет серая. Почему не красная? Или не оранжевая хотя бы? Нет, у нас лава не может быть такого цвета. Я просто хочу кое-что сказать. Если это вода, то почему, когда мы падаем, мы помираем? О, господи, ну вы и странные люди. Давай щеблем. Ладно, попрыгаем, попрыгаем по кубикам. По таким маленьким ABC. ABC. О, они у радужных друзей сперли, я так и знала. Взяли у радужных друзей кубик себе. Вот они вообще. Ой, блин, там кубик, там катится кружок лавы. Так вот, куда вся лава ушла. А я тут думаю, куда лава пропала? Где она? Почему? Ой, он катится. Тихо. Главное, когда он катится, притулиться к стенке, чтобы тебя было не видно, не слышно. Все. Вы меня не видели? Меня тут никогда не было. Да, все, вот так. Итак, Лера, давай. Проходим это на изи. И сейчас встретимся. О, привет. Ну, как у тебя там дела? Угу. Как? Так, может быть, после работы давай в кино вместе сходим? О, это уже что-то новенькое. Ладно, я такая буду вся тю-тю-лю-тю, не отвечу. Сразу буду такая вся, ну, я подумаю. Там, кому-то у меня есть, блин, выбор. Я сделала вид, что я такая вся... Ну так ты ничего не отвечаешь. Пойдем вечером в кино. Ой, ну я даже не знаю. Мне нужно подумать. Ладно, ну надо дать ответ, иначе он на меня обидится и расстроится. Ладно, да. Я согласна с тобой пойти. Угу. Ну супер, а еще давай в пиццерию зайдем перед фильмом. Отлично, вечером я зайду за тобой. Окей. Лера ржет просто самой себя. Я такая вся, окей, хорошо. Окей, хорошо, зайдете, это будет просто офигенно. А в пиццерию, какой, кстати, ваш любимый? Какая ваша любимая пицца? Там сырная, пепперони, может кто-то даже с ананасом любит? Грибами? Курицей? Гавайская пицца? Итак, поехали! Поднимаемся на нашем лифтике. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Надо было переодеться в свой скин, чтобы он не подумал, что я вообще чуть-чуть на свою голову. Ну все. Итак, поехали. Мы быстрее проходим. Нажимаем, все, и одеваем свой ускорительный пердульки и побежали. Это же просто спид-спидран. Поехали! Давай, Лера, беги как можно быстрее. Беги, чтобы сзади тебя был ветер. Сзади тебя никто не видел тебя, потому что ты бежишь со скоростью читы. Читы. Читерхант. Давай, Лера, быстрее. Последний. Вот я всегда на нем помираю. Но в этот раз я не повела, что характерно. Я не понимаю, кто придумал то, что это вся тюрьма розовая. Я не понимаю, кто придумал вот этот проход направо. Странные вы люди, конечно, блин, эти монстры. Но надо будет как-нибудь смириться с этим. Кладовка. Не Лера, которая прочитала заколовка. Да, Лера. Лера, надо что-то делать. Лера, начинай читать лучше и открой глаза. Ой, у вас даже колья. Ой, да, так мило. У них даже колья розовые. Чтобы если умер, не так было грустно. Поэтому если вдруг умрешь, то... А почему? Почему тут не радужные колья? Почему тут не розовые колья? Ну что это за нафиг такое? Зато радужные трубы. Итак, я интересно, как у них там свидание пройдет. Может, они там будут, ну, вы знаете. Вот это все ламуры, шалямуры. Ну, вы знаете, все такие ламуры, как в всех этих фильмах. Чем первое свидание заканчивается? Сайд-ай. Бомбастик. О! Чё?
Я что-то не понял. А где эти пшикалки? Они решили укротить обе? Они решили не заморачиваться? Браво! Браво, мои люди! Браво! Они решили не заморачиваться с нами крутить эти вентили! Е-е-е! Окей, полетели. Лера, я буду бабочкой! Я буду порхать! Давай. Вообще, я просто стою на одном месте и прыгаю. Что? Все, Лера, ты официально летишь задом. Все, я долетела, хоть и задом. Никому не говорите, это будет наш секрет. То, что Лера летала задом. Чуть-чуть, да. Ой, блин. Лера, летай! Ты же физику учила! Гравитацию! Если ты полетишь наверх и ударишься об какую-то полку наверху, как думаешь, это тебе поможет? Не думаю. О, привет! А ты что тут делаешь? Малыш, тебе чем-то помочь? Странный ты какой-то. Ладно. Не убивай меня только, пожалуйста! Я не хочу быть убитой. Не кидайся. У меня вечером свидание. Помоги мне. Что мне такого одеть? Ну, точно не твой какой-то вот этот шеф-поварский наряд. Вы все-таки идете на пиццу. Не говорите ему, что я знаю, потому что это же была я. Ну, точно не шеф-поварский, потому что, ну, как бы, да, вы, может быть, идете там какую-то пиццерию. Да. Но все равно поваром не надо быть одеться. Может, какой-то там джентльменский наряд там такой. Соски. Ну, ты знаешь, о чем я. Ну, точно не поварский костюм. Потому что... А может, ты меня сейчас заляпаешь красиво, и я буду прикольной? Нет. Я тебя быстрее взорву, чем заляпаю. И быть заляпанным... И чтобы у тебя была краска повсюду, не прикольно. Я взорвала ее жениха. И говорите ей об этом, иначе она меня прибьет. Очень-очень сильно. А? Побежали. Нам нужно быстрее. О, все, класс, горка, полетели. Уи! Башкой, давай, Лера, башкой, все. Все, ты официально поломала все кости. И потеряла память. Потому что ехала как-то странно вот так вот. Это как это, готовят космонавтом вот так вот. И тебя, ты летаешь, блин, везде. О, все, давай. О, да, моя. А где лазеры? Лазеры! А вы где? Я извиняюсь. А какого фига тут лазеров нету? Это упрощенный Барри. Окей, я понял. Это Барри только упрощенный. Это Барри без стараний. Это Барри, где вообще стараться... Старание ноль. Вообще стараться нельзя ни на секунду. Ну все, Барри. У тебя же свидание сегодня. Или не с Роба, Барри, свидание? Ну ты странный, конечно, Барри. Тебя же там девушка ждет. А я думала, ты будешь девушкой. Ладно, пофиг. Ну у тебя же свидание сегодня. Ты не забыл? Не спрашивай, откуда я знаю. И то, что я знаю, то, что он в пиццерии. Как тебе такое? Лера, я придумал. Я одену вот этот костюм. Крутой, скажи, я прям как Супермен. Сильный. Смотри, какой высокий. Если бы кто-то ко мне пришел на свидание в таком, я бы не кажется вот так вот бы взорвалась, блин, и ушла за кулисью. Мэджик. Как будто мы никогда не знали то, что все, кто взрывается, уходят за кулисьи. Да, мы это всегда знаем. Все, пробиваем ворота и едем со скоростью Суперсоника Экзе. Все, класс, браво. Я надеюсь, вы на свидание все-таки пошли. Вы же пошли на свидание. Или я же не взорвался. Было бы неудобно. Да, было бы не совсем удобно, если бы ее жених подзорвался чуть-чуть там. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Итак, давайте проходим на изи. Сюда, Валера.
мы проходим. Это, блин, нафиг Оби. Все, давай. И мы пройдем это. Нафига перед концом делать Оби? Точно, я же забыла, это Оби без стараний. Конечно, как я могу забыть? Тут даже стараться не надо, чтобы Оби пройти. 0 стараний. Так, давай. Все, мы наконец-то улетаем на Хеликоптер. Парокоптер. Наконец-то улетаем. Все, Лера, давай. Притель. Почему тут облачки? Вот тут у нас Барри, вот тут у нас Кабарри. А это кто такой? Это кто такое? Если ты хочешь быть в моем следующем видео, заходи в телеграм-канал, ссылочка в описании. Жду тебя там. Я надеюсь, у них было офигенное свидание, и мы их не подорвали вообще ни чуть-чуть. Увидимся в следующем видео. Пока!